Операторов на процесс не пустили. Так решил судья, чтобы обезопасить присяжных. Коллеги Политковской, в свою очередь, считают, что мотивы такого решения на самом деле политические. Власти хотят как можно быстрее и без особого шума покончить с этим делом. Есть какие-то продвижения. Ну, конечно, главный вопрос, кто заказчик, кто отдал этот преступный приказ. Конечно, он пока еще остается без ответа. И пока он будет без ответа, говорить о том, что это дело раскрыто, конечно, нельзя. На этих кадрах виден предполагаемый убийца незадолго до преступления. В октябре 2006 года в центре Москвы он застрелил критически настроенную по отношению к Кремлю журналистку. Ранее суд присяжных уже оправдал подсудимых. В ходе того первого разбирательства регулярно сообщалось о нарушениях. То отсутствовали документы, то исчезали доказательства. И вот теперь новые факты и новый процесс. Новая версия появилась и у адвоката обвиняемых. Анну Политковскую выследили и убили сотрудники милиции тогда, одного из самых засекреченных подразделений московской милиции, оперативно-поискового управления. Это наше убеждение, основанное на конкретных доказательствах. Коллеги Политковской подозревают, что в деле могут быть замешаны российские политики, поэтому журналисты хотят самостоятельно закончить расследование, найти заказчика и установить мотивы.